Крупный канал поставки наркотиков ликвидировали в Павлодаре. 3 мешка марихуаны весом больше 130 килограммов изъяли у жителя города. Наркотики оперативники нашли в багажном отсеке и в салоне автомобиля. Мужчина организовал поставку из южных регионов страны в Павлодар, где и избывал запрещенные вещества в особо крупном размере. Подозреваемого арестовали и уже начато досудебное расследование. Отмечу, с начала этого года полицейские Павлодара изъяли из незаконного оборота свыше 395 килограммов различных наркотиков.